ก็จะตีแบบนี้ทั้งร้านทั้งที่ทั้งสังกัดเตี้ยтак выглядит пустая столовка. Мой супчик, мой бутербродик, мой банан, мои орехи. Моя ласточка не одна. И это уже плюс. Минус один показывает на улице. Около часа дня. Я пообедал, еду домой. Не то чтобы было, не то чтобы этот день был такой, который не надо было вообще приезжать, но штормовое предупреждение было объявлено. Ну как штормовое предупреждение? Снег был объявлен, что будет снег во второй половине дня. Снег начался прям как по часам, где-то в 12. Не, чуть раньше. Не суть. Но с утра было вообще чисто, сухо и не холодно. Минус 3. Сейчас минус 1. Вот. Ну и будет продолжаться до вечера. Часов до 8. Потом будет плюсовая температура, уже пойдет. И вместо снега пойдет дождь. И на завтра плюс 13. Легко. А пока по вот таким вот дорогам. Но там вот что-то ездят. Ездят, чистят. Поэтому, как и в прошлый раз, аккуратненько, без шума и пыли. Эй, несгребимую ласточку. Сейчас очищу от снега и поеду не спеша домой. Кира! Ты нормально перекрутилась? Ты еще и отстегнулась даже? Еще? Догони, попробуй. Еще ты хочешь? Ну, садись. Ва-ва. Нет, дальше надо сесть. Дальше и ножки поджать. Папа в кроссовках пришел с работы, чтобы покатать ребенка. Бубу, вылетел? Да. Лида, забирай снеговика. Забирай снеговика. Опять упал снеговик. Бубух. Неплохо. Так. Там мусорка забирает. Ресайклинг. Переработку. Садись. Бубу. Уже щеки все красные. А у нее сейчас варежки выпадут из карманов. Надо застегнуть кармашки. Аба. Застегни и пристегни. Застегни и пристегни. А зачем пристегивать, если человеку нравится выстегиваться? Не надо, все равно. Давай,
с этой горы. Да? Серьезно? Она тут вырвала пипку. Вырвала пипку. Она так и должна выпадать. Подержи. У нас тут сейчас будет вираж, на котором будет человек вылетать. Ой, это бабушкам лучше не показывать. Бабушкам специально для бабушек. Поехали. Смертельный номер выполняется впервые. Собственно. Папу! Я хочу, чтобы папа. Понятно? Понятно. Мама, покатай. Мама, покатай. Папа покатает. Мама тяжело бегает. А папе легко. Ой, жарко, кстати, что-то тепло сильно. Каскадеры, каскадеры. В общем, как-то так. Ах так? Ах так? Нифига себе. Нифига себе. Давай, дочь свою. Зашмаляй. Запутался. Кира, Кира, стой, 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 там люк. На люк не надо. Кто-то меня кидает. Нет, не попало. Есть! Попало. Еще. Еще. Щеки уже все красные. Ты снеговик говорящий. Бубу. Наелась? Да, наелась. Снеговика. Еще. Бубу. Кто там тулится? Кто там синится? Смотри, какой фокус сейчас делает папа. Еще. Смотри. Оба! Садись ровненько, хорошо. Смотри, а это ее Макс так научил только что? Судя по всему, да. Снег! Снег! Снежный. Ты с лопатой? Снежные ангелы. Это ты, закапывать или... Ты мне напоминаешь этого. Старый. Из один дома вот этот старик, который... $10 я в ход двери возвращаю. Да. Кира, догоняй! Этой же лопатой почти, не вопрос. Чух! Иди бросай! Бросай в Макса, бросай в Макса! Ты что прячешься? Не, надо копать. Ты сейчас биться будешь? Нет. Чух! Ого! Вот это было подло! Беруся, так не делай больше, зайчик. Ты выворачивайся. Кирочка, в лицо больше не старайся не кидать, хорошо, малышка? На да. Не хотите? Да. На горку. Это куда? Куда к нам? Мы хотели отвезти ее в магазин. Да, да. В магазин, но да. Я хотела. Я хотел, вон, видишь, даже магазин, санки взял. Но что-то она уже перехотела, пока мы здесь покатались. Ну, смотри, у нее щеки уже алые. Я кремом ей намазывала. Сигай. Сигай. Ползет, ползет. Десантник. Все для бабушек. Чего не сделаешь? Отморозишь руки.